Здарова, уважаемые! Никто этого не ожидал, но я это сделаю. Билд на боевой лук лично от меня. Вместе с ним посмотрим на бои и жесткую реализацию. А вот с актером не все так гладко, ибо его не будет. Ладно-ладно, будет актера, вместе с ним и гайд на фарм према за минуту. Не пропустите в этом ролике. Я как-то делал антигайд на боевой лук, и по сути мне не осталось прежним. Народ совершенно не хочет стараться, все так же отыгрывает с расчетом на дурачка. Но сегодня билд не какая-то пустышка. При должном понимании скилле можно запросто уничтожать противников, и для этого не надо искать оппонента дурачка. Перед тем, как расскажу за билд, я просто вынужден, меня заставили, попросить за лайк и подписку на канал. Так вы поможете мне в моем продвижении. А еще для работяг есть конкурс на премиум в комментариях. В общем, дерзайте. А вот и сам билд. Боевой лук. Почти все скиллы подбираются под противника. Если он ближний бой, берем мультишот и ледяную стрелу. А если дальний, то тут прям по ситуации. Надо ориентироваться, через что отыгрывает сам оппонент. Капюшон призрака для моментального КД нашей куртки. И сама куртка убийцы. Отыгрывать будем через два инвиза, что позволит оставаться в драке, никуда не бегать и не усложнять себе жизнь. Так куртка еще и усиливает наш урон. Ботинки латные на хил, плащ Тедфорда. Панки разные. Я играл через гиганта, так и через здоровье. Одинаково хорошо. И даже арко из говядины, все пассивки на урон. Как вы поняли, билд с уклоном на максимальный урон и агрессию. Мало КД, значит меньше кайта. Да и зачем это нужно, если есть два инвиза? Жмем по ситуации и душим оппонента. А сейчас покажу, как это работает. Поехали, шепчущий лук. Начинаем драку сразу же с Ешки, он использует свое, а мы просто прячемся в инвиз и пережидаем ее. Ну все, как я вам и рассказывал, просто жмем по необходимости. Дальше попадаем в него лучом света, еще настакиваем куханы, уворачиваемся от его вэшки. Кулдауним сразу же куртку, проявляем жесткую агрессию, бьем его с автоатак, подтягиваем вперед, выдаем Ешку в лицо, промахиваемся уже вэшкой и кушками. Но он в очередной раз подрубает свою Ешку и куртку наемника, просто прячемся уже во второй инвиз. Молодой стоит на месте, даже не понимает, что ему здесь делать. Использует свой капюшон, просто пережидаем его, выдаем Ешку, ловим луч света по лицу, чел уворачивается, дальше прибегает в коридор говна, там шипы, там моб стоит, хукер, который хочет его подхукнуть, чел замажет, попадает под шипы, очередной луч света, и на этом все заканчивается. Фаермаг, начинаем сразу же с Ешки, ну все как и всегда, это боевой лук, тут иначе просто не получается. Выкидываем луч света, ждем от него какой-то агрессии, реализовываем плащ Тедфорд, попадаем кушкой, сразу же закрываемся. А, переставили, кстати, курточку, да, действительно, переставили ее на огненный щит, сразу закрываемся огненным щитом, возвращаем часть урона, чел в режиме большого красивого использует мантию клерика, сразу же подрубает, использует на свешку, насакивает несколько куханов, просто перетягиваемся вниз, параллельно с этим выкидываем в него Ешку пару куханов. Снова становится большим и красивым. Опять это большой и красивый. Луч света никуда. Чел подключенный возвраткой, подтягивается чуть поближе. Но мы ждем, у нас кулдаун, торопиться-то некуда. Тут особо не побега, чел через фейсрол, там куча мобов. Просто зажимаем с каких-то небольших кулдаун, подаем в него Ешку и заканчиваем молодого. О, сейчас покажу, как душнило душит душнило. Вот такого, блин, такой драки вы, конечно, бы увидели бы фул, но тут ролика не хватит, чтобы такое записать. Большой молот перетягивается нас на своей вэшке, сразу же появляет агрессию, мы его отталкиваем назад, прыгает на нас через мышцу, пробивает по нам станом. Используем на него сразу же Ешку, отталкиваем его, используем куртку, прячемся в куртку. Чел на стак, но не будем проявлять особо агрессию. Оттягиваемся назад, сразу очередной кухан, он в лате, я его практически не отталкиваю. Отпрыгиваю на ледяной стрелы, сразу же кулдауню куртку. Врыгивает нас, использует автоатаку, плащ демонов, срабатывает на отходе, выкидываем хоть какие-то кушки, какие-то Ешки. Чел в лате, я его крайне плохо пробиваю, пушит нам бег, мы прячемся уже во второй инвиз. Ну, собственно, у него тоже ничего нету, как и у нас, но у нас будет сейчас ледяная стрела, если что, мы сможем разониться. Кушка, Ешка на отходе, сразу же вэшку выпрыгиваем из-под него, он уже какой раз попробует комбинировать эту штуку, использует броню, пытается нас дотянуться, используем банку большого и красивого, чтобы подавить как-то его наступление, иначе бы он пошел по-любому до конца. Ну все, дальше будем гнаться, там уже у меня 10 мышей, у него 10 мышей, мы уже реально деремся минут 10. Две душнилые. Ну, чел еще супы постоянно передает, там 6 супов, он в долгую был готов играть. Используя кушку, Ешку, чел перенастакивает, сразу же уходим в инвиз, чтобы он никак не реализовал свою броню, уроном по нас стоит, ждет нас на одном месте. Сразу же кушка, Вэшка, Ешка, отталкивание. Выпрыгиваем из-под файта, используем Ешку, он сразу же в нее вкатывается, сам уже подходит к нам ближе, кулдауним куртку, плащ демонов, просто уходим в инвиз, пережидаем его урон. Но у него как бы молодого уже нету хп, и все-таки уже все, на этом все.
Ебельная курса. Я для нарезки этих роликов набрал самых глиняных противников, каких только мог найти, хотя боев было реально дохрена и много. Разминаем его с Ешкис, он выдает по нам свою вэшку, Ешку реализовываем в капюшон охотника, получаем огромное количество урона назад, уже оттягиваемся на сапогах солдата, раш нас по лицу, ловим ловушку, что очень неприятно. Ну, есть банка здоровья, в теории можно будет пропить, продамаживаем ему лицо, охлаждаем его ладово, чтобы нас не душил. Уже птицы пошли, ну а выбора нету, реально сложный противник, тут на грани, ну, то есть либо чел ошибается, я его скипаю, точнее убиваю, либо я уже скипаю его сам. Потому что я на гибельной курсе душил всех боевых луков. Все, используют сапоги солдата, используют куртку наемника, раш нас лицом, мы просто в визе пережидаем все это говнище, прячемся в углу и на крысичах. Ешка в никуда, кушкой падаем по лесу, кулдауним сразу же куртку убийцы. Будем готовы уже к следующему разу. Используем плащ Тетфорда, реализовываем, используем кушку. Уже на близкой дистанции, уже ничего не боимся. Очередная ешка по лицу и просто отпрыжка в стену. Ой, какой же руин, чуть файт не заруинил. Ну ничего страшного, он. У него ботинки еще не скоро будут, убежать он от не сможет. Просто додушиваем. Легкий арбалет, буду играть через луч света. Рашим молодого сразу же в лицо, выдаем в него вэшку, ешку, становится режим большого и красивого, начинаем просто разматывать его с автоатаками. Ну, определенно, боевой лук — это всегда штука, которая воюет только от своих автоатак. И потихонечку начинаем раскачивать драку, пытаемся реализовать какую-то вэшку, какую-то ешку, которая никуда не улетает. Естественно, используем по нему кушки и прячемся в рис через его куртку наемника, чтобы не смог от нас отхилиться. Переждаем, используем луч света, очередная кушка. Чел падает по нам своей ешкой, не может промахнуться на таргетное. Ну все, там коридор говна, ему деваться некуда. Просто полномерно подходим и разбиваем его. Ушедшая мета, палаш. Играем через максимальную агрессию, уворачиваемся от его вэшки, сами же реализовываем ему по лицу уже свою ешку. Ну просто ждем, оттягиваем драку, спешить некуда. Используем ботинки, пытается заражить в лицо. Вот этот по нам ешку абсолютно без таков, да и не факт, что попадает. Используем капюшон охотника, мы просто прячемся в инвиз. Пережидаем. Очередная тычка с автоатаки, кушка, чтобы разонить, попадает нам своей вэшкой, мы ждаем ешку, просто в сапогах отбегаем назад. Ешка его в них ходит никуда. Что сделали с палашом разработчики, какая-то вообще страсть. Все, преследую молодого, отпускать его не собираюсь, собственно, для него драка-то уже закончилась. Ну и на финалочку максимально агрессивный клеймор. Молодой использует ботинки, пытается нас зарашить, опять очередная вэшка в никуда, как с прошлого файта, кушка наталкивания, плащ Тетфорда реализованный. Оттягиваю слишком далеко, но думал, он реально пойдет дальше рашить, а он не стал. Отходит назад, сейчас будем кидать в него ешку на попадание, откусываем огромное количество здоровья, потому что мы под говядиной, колоссальный просто урон. Используем сразу же свою ешку, просто уходим в инвиз, мы ничего не боимся. Вэшка в никуда. Просто ждем, спешить некуда, выдаем ешку на развороте, откусываем опять огромное количество здоровья, реализовываем плащ Тетфорда. Ну и все, молодой уже посклеился, побежал, но мы побежим, конечно же, за ним. Бежим. Главное не забывать откатывать куртку. Пришлось откатывать ее прямо на ходу, но мало ли бы что произошло. Очередная вышка в никуда. Ешка реализовывает по нам, просто уходим в инвиз. Ну, он просто ничего сделать не может. Для него драка закончилась, так и не начавшись по-нормальному. Ну все, ешка на отходе, готово. Ну, покажу вам, как зарабатывать премиум на скилле всего лишь за одну минуту. Погнали! Че там, бадона хотели? Так он ресетает меня без проблем. Какая катка-то потная. Вот сейчас скипать побежит, чекайте. Это самый легчайший 8-3 в моей жизни. Там еще куртка выпала.
Кстати, он весь не поломался. Спасибо, игра. Наверное, Trash Rage ждал этого момента. Колпак 8.3. Вот система. С него что-то одно сломалось. А, кстати, самое дорогое, походу, выжило. Ботинки, да, сломались? Ой, самое-самое говнище сломалось. Ну и ладно. Главное, мула забрал. Все ради мула, я же говорил. Только ради мулов сюда хожу, ради ослов. From the people who deceive me, muddy hands break through the chains, go free.